Украина имеет право и обязана вообще заботиться о своих границах и о своей территории, и о своей национальной безопасности. Занятие журналистикой не дает никакой индульгенции по поводу нарушения законов и правил. Более того, для иностранных журналистов сделано исключение, что они могут въезжать на оккупированную территорию, например, в Крым, через территорию Украины. Этого не могут делать другие иностранные граждане. Для журналистов сделано такое исключение.